Вот здесь пытались еще соус нарисовать. Хм, прикольно. Ладно, давайте стейк возьмем. Стейк как на английском будет? A steak из говядины. Beef. Beef. Steak. Beef steak. Beef steaks. Кстати, да? Отсюда идет. Гарнир, аперитив, red wine. Угу. Ну, все остальное ставим так же, да? Fried potatoes. А, плюс давайте сюда еще добавим томато. 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 Томатоэс. Томаты. Ну, короче, вот так. Generate. Итак, друзья, ужинать подано. Вот такой заказ выполнила нам нейросеть Stable Diffusion. Вполне себе так реалистично. Картошечка, петрушечка, мясо, помидорчики два. А вот это что? Вот это. Это типа он пытался помидоры здесь сделать, но выглядит не очень естественно. Согласитесь, да? Вот если бы их убрать, это, конечно, можно сделать в InPaint, то вот у вас получается очень хороший снимок для меню. Очень все реалистично. Дальше давайте посмотрим. Так, это что у нас? Какая огромная тарелка. Помидорчики, картошечка, бифштекс. Ну, бифштекс как будто куски хлеба. И тоже, смотрите, эта часть не очень прожарена. А внешняя часть нормально. Так. Такой получился с кровью, да? Ой, не люблю я такие мясо, когда не прожарено внутри. Фу, не люблю. Я люблю, когда она все прожарена, вся вот этого цвета. Так, здесь же у нас мы видим, на картошке лежит бифштекс, что никак нереалистично. Это нет. Значит, если бы я выбирал из этих четырех изображений, я бы скорее выбрал вот это, потому что это более-менее выглядит супер. Что касается вот этих вот помидорчиков, конечно, их можно убрать с помощью InPaint. Значит, для того, чтобы их отсюда убрать, друзья, когда же они сделают зума, надо что сделать? Надо... Вот сейчас я закрашу это место. Так, значит, запрос у нас будет точно такой же. Эти помидорочки неестественные я закрашиваю. Mask blur оставляем также. InPaint mask. Значит, здесь я уже выберу original и wall picture. Да, то есть оценивать по всему изображению и смотреть то, что здесь написано. Или сделай мне нормальные помидоры, или их убери. А, забыл еще. А нет, здесь нормально, оно же подхватилось. Да, все нормально. Оно же подхватилось, когда мы отправляем с Text to Image в InPaint, а размер изображения подхватывается. Если же мы извне кидаем изображение в InPaint, тогда нужно здесь указать размеры. Вот, кстати, чем удобно сразу оттуда отправлять. Так, ну что, посмотрим, как там наш гарнир с помидорчиками. Так. Ну-ка. Медленно сегодня, уже вечернее время. Ага, вот уже помидоры становятся похожи на помидор. Ну-ка. Вот, молодец. Видишь, можешь, когда захочешь. Так, здесь вот цельный помидор, а здесь как будто он порезанный. Да, еще вот картошечку приплел, но как-то она неестественна. Вариант, в принципе, неплохой. А давайте, знаете, что сделаем? Мы это отсюда уберем. Картиночку сюда перекинем. И вот это вот место мы еще раз вот так вот маскируем. Кстати, видите, как аккуратно он сгенерировал вот эту вот грань бифштекса. Она же была закрыта, да, этими помидорчиками. И смотрите, как стало аккуратно. Так, значит, InPaint Mask, Original, прислушиваться промпта, сохраняя текстуру. И, значит, Wall Picture. Отлично, нажимаем Generate. То есть там либо должна быть картошка правильной формы и либо помидорчик. Посмотрим, что там нейросеть нарисует. Друзья, уже неплохой результат. То есть, смотрите, что она сгенерировала.
Значит, помидорочку нарисовала и еще снизу картошечка. Ну вот, отлично. И как аккуратно, видите, вот это место очистилось. Вспомните оригинальное изображение. Вот сейчас я возьму ее, чтобы сравнить. Вот мы берем, кидаем это изображение на рабочий стол, возвращаемся в Image to Image, в Text to Image, находим вот это вот, вот, раз и два. И вот теперь смотрите на результат, друзья. Видите, здесь как вот этот вот недопомидор закрывает вот эту вот грань стейка, и как после того, как мы обработали изображение в InPaint, как нейросеть, значит, сгенерировала результат. Смотрите. Видите, как аккуратно она доделала текстуру стейка. Вообще даже вот не повредив ничего. Смотрите, как это аккуратно сделано. Ну, здесь сейчас на 100% поставлю. Вот, смотрите. Просто взяла, аккуратно убрала их и заменила их на помидоры. Помидоры и картошка. Все, отличный результат. Прямо вот бери, цепляй в меню. Пиши стейк с картошкой. Гарнир картошкой. Вот как я написал в запросе. Идеально просто.